Я вспоминаю ее, не одну из многих, а ту самую. Создателям десятки самых фантастических дьяволиц из комиксов не снилась сирена, подобная Сьюзен Гленн. Под моими ногами случалось землетрясение 8 баллов в присутствии Сьюзен Гленн. Все, что до ее появления было красивым, рядом с ней превращалось в гротеск. В ее тени окружающие становились чудовищами. Приближаясь, Сьюзен Гленн не шла, она парила. В сопровождении пиротехнического представления, от которого я чувствовал себя ничтожным. Она воплощала собой все качества, о которых я мечтал. Я представлял себя простолюдином рядом с королевой. Так что Сьюзен Гленн и я так и не стали парой. Будь у меня еще один шанс, я поступил бы иначе. Акс, не бойтесь, Сьюзен Гленн.